Физиотерапия в Москве. Физиотерапия считается одной из старейших областей медицины. Способы лечения заболеваний с использованием грязи, минеральных вод, нагретого песка и даже электрических угрей описаны еще в трудах Гиппократа, Галена и Авиценны. Современная физиотерапия представляет собой направление, включающее как классические восточные европейские методики, так и методы, в основе которых лежит применение лазерного излучения, магнитных полей и так далее. Физиопроцедуры входят в план лечения патологий различных органов и систем, являются важной частью комплексных реабилитационных программ. Физиотерапия, греч, хасис, природа, терапия, лечение, сфера медицины, в которой для лечения и профилактики различных заболеваний применяются природные физические факторы, магнитное поле, ультразвук, электрический ток, ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, тепло, холод и другие. Физиотерапевтические методики используются практически во всех областях медицины. Физиопроцедуры безболезненны, оказывают продолжительный эффект, нетоксичны, хорошо сочетаются между собой, комбинируются с медикаментозным лечением, безопасны при правильном применении и практически не вызывают побочных реакций. Физиотерапия в Москве. Государственные и частные столичные клиники проводят широкий спектр физиопроцедур. Физиотерапия применяется при болевых синдромах различной этиологии, воспалительных процессах, спаечной болезни, патологических изменениях скелетной мускулатуры и мышц внутренних органов, снижении иммунитета. Физиотерапевтические методы назначаются для ускорения процесса заживления раны и восстановления поврежденных участков тела после травм. Как правило, процедуры используются в качестве дополнительных методик в комплексной терапии пациентов с затяжными или хроническими формами заболеваний, период реабилитации после травмы тяжелых болезней. Благодаря способности стимулировать защитные силы организма, повышать иммунитет и активизировать обменные процессы, физиотерапия в Москве применяется не только с лечебной, но и с профилактической целью. Все методики должны использоваться только на основании врачебного назначения. Физиолечение может назначить врач любой специальности, для выбора оптимальной процедуры, продолжительности и количества сеансов рекомендуется обратиться за консультацией к физиотерапевту. Московские медицинские учреждения оснащены оборудованием для проведения различных физиопроцедур. В зависимости от применяемого физического фактора воздействия на организм методы физиотерапии делятся на электролечение, светолечение, лазеротерапию, лечение ультразвуком, магнитотерапию, водолечение, теплолечение, аэротерапию, грязелечение, герудотерапию. К числу физиотерапевтических методик также относятся массаж, рефлексотерапия и стоун-терапия. Зачастую максимальный эффект обеспечивается за счет сочетания нескольких методов. Большинство физиопроцедур не требуют специальной подготовки. После завершения сеанса рекомендуется соблюдать определенный режим, обусловленный характером воздействия, сразу не выходить на улицу, полежать и пер. Закрывающая круглая скобка точка. В качестве общих противопоказаний к применению физиотерапевтических методик в Москве рассматривают тяжелое общее состояние пациента, заболевания в стадии декомпенсации, острые инфекционные процессы, новообразование, гипертермию, склонность к кровотечениям, экстрасистолию, наличие кардиостимулятора, мерцательную аритмию, системные заболевания крови, нарушение психики, выраженный атеросклероз, беременность. При корректном назначении и правильном проведении физиопроцедур возможным негативным последствием является индивидуальная непереносимость того или иного метода. Осложнения наблюдаются очень редко, могут возникнуть при несоблюдении техники выполнения процедуры или режима, рекомендуемого после завершения сеанса. В разделе «Физиотерапия» сайта «Красота и медицина» представлены физиотерапевтические отделения столичных специализированных и многопрофильных клиник. Раздел включает в себя все основные физиопроцедуры с описанием принципа действия, показаний и противопоказаний. В нижней части страницы собрана полная информация о перечне и стоимости физиотерапевтических услуг, предлагаемых московскими медицинскими учреждениями.